Так, видео надо включить. Это где? Так, это. Слева внизу у вас там, где есть микрофон, и там же видео. Остановить видео, включить видео. Слева А, внизу. да. Включить видео. Больше не спрашивать. Так, разрешить. Разрешить. Ага, вот. Привет, привет. Привет, рад видеть. У нас Да. сейчас включена запись. Ждем еще других участников. Давайте Я одна, да, знакомиться. пока? Я пока одна? Не, мы с вами вдвоем, вы да я. А, ну, в смысле из гостей. Сергей, Вы... а вы где живете? Я живу в Ангарске. Это город, в котором живет Андрей Шаура и его мама Маргарита Васильевна. Это недалеко от Байкала. Вот, и мы здесь как бы, ну, в общем, живем как у Христа за пазухой. У нас море чистой воды, чистых лесов, чистых хороших людей. Вот. Где живете? Горно-Алтайск. Ух ты, это же Ну, у вас, мы недалеко, да? младший брат Байкала, этот Телецкое озеро. Да, у нас тоже один из восьми чудес света, Да, да, Телецкое да. озеро. Говорят, что они где-то под землей соединяются. А подскажите, пожалуйста, значит, как давно вы в академии? Что уже умеете, что знаете, что вот испытываете сегодня по отношению к нашему марафону? Страх или наоборот, воодушевление, заряд, энергию? Что еще у вас есть? Ну, я-то в компании давно, с 17-го года, но в Так. академию я стала заходить где-то в конце 18-го так. Сначала ничего не понимала. И вот время от времени заходила, мне казалось, все повторяется. Оказывается, это презентации были. Ну, в общем, вот так до сегодняшнего дня дожила. Команду начала немножко, вот только зарабатывать. Сколько уже заработали? Сколько уже заработали? Мае месяце сделала 5 на 5 и 2 на 2. Ух ты! Давайте вместе аплодисменты сделаем. Кто вам помогал делать 5 на 5? Сама делала или кто-то помогал? Ну, команду привлекала, ну, у меня-то команда есть, и из Краснодара сейчас Светлана должна зайти, из Я вижу, Перми. Светлана Тодорова уже вроде бы здесь, сейчас она. Да. Но мы ее пока не слышим и не видим, хотя она должна быть уже, я ей дал Да, добро, видимо, подключение. Подключение. должны были зайти. Ну Подключение. и вот, и в марафоне я первый раз, ну, вообще непонятно было. Потом Всем до меня дошло. Ох ты, Светлана, привет, привет. привет! Краснодар, привет! Привет, привет, Светлана. Девчонки, Я смотрите. забыла, так что вы меня извините, я работаю. Хорошо. А, ну ладно, Смотри, извиняем. дайте мне организационный вопрос сказать. У нас с вами есть всего полчаса. Это бесплатная Хорошо. версия Зума. Платный мы еще не умеем делать, во-первых, потому что и не оплатить, потому что сейчас все заблокировано. Поэтому время наше бережем. И буквально каждому по 2-3 минуты рассказать о себе, откуда, какие цели на марафон и какие есть трудности. Хорошо? Начнем вот с вас тогда, Лариса. Ну, я впервые, Светлана, привет. Я впервые в марафоне-то сначала не поняла, как марафон проходит. Я думала, какие-то соревнования. Но потом Андрей Артурович тренинги проводит, все понятно. То есть, что и как делать, все понятно. Я бы хотела еще вот эти практические, как работать в соцсетях, как платные, неплатные рекламы давать. Но это все дается. Теперь вот меня все спрашивают, в чьей команде. Вот я обратилась к Андрею Артуровичу, она меня к Маргарите Васильевне, вот меня Маргарита Васильевна включила. Я говорю, ну, очень хорошо с Андреем. Узнаем, как у него, как раз у меня хромает тема фуилгифт таблеток, у него все узнаем, думаю. И вот своих команду подключила сюда. Ну, Ну, от хорошо. марафона. Так, Светлана, ты рассказывай теперь. Нет, какие цели вы ставите для себя, Лариса? Какие есть цели? Что вы планируете? Для чего вам нужен марафон?
Ну, я хотела ехать на Байкал. Я сначала думала или недопоняла. Я думала, 5 на 5 сделаю и попаду на Байкал. Андрей Турович мне говорит, что попадете, когда сделаете бриллианта. А я ему сказала, бриллианта просто нереально сделать. Он говорит, такие слова не используйте никогда. Правильно. Ну, у меня с левой стороны есть баллы, 46 тысяч, а справа у меня нету баллов. И вот за одну неделю, как это все сделать, я просто даже не знаю, даже вот эти, ну вот это идет. Все, все, давайте, я услышал, хорошо, то есть вы не знаете, как сделать вам 7500 баллов с другой стороны, понятно, благодарю. Да. Значит, да. Девочки, по очереди надо включать микрофон, если включен одновременно, получается много фона, шума. Вот сейчас Лариса включает микрофон Светлана. У меня включенный. Всем добрый день. Я из Краснодара. Пришла в компанию вообще на продукт. У меня ревматоидный артрит и хотела получить здоровье. И в один из прекрасных заказов у меня был большой объем. Лариса мне подсказала, что здесь можно еще и бонусы зарабатывать. Ну, как бы доллары заработать и купить на эти доллары продукт. И когда действительно, ну, я не верила в это, действительно пришли деньги, я была очень удивлена и рада. И, значит, у меня получилось 2 месяца 2 на 2 сделала, и вот в мае 3 на 3. Меня это очень заинтересовало и решила попробовать себя в бизнесе. Но у меня не получается работать, предлагать этот продукт. Я не знаю, боюсь отказа получить или боюсь неправильно сказать что-то, что, ну, как-то вот у меня вот с людьми проблема. Хорошо. Значит, смотрите, проблема, вы сами сказали, какая проблема, боюсь, да. Это страх. Да. Я прошу прощения, сейчас я скажу самую грубую вещь, которую я сказал когда-либо в жизни, но вы меня простите. Знаете, чего боится? Чего боится каждый человек, вот который приходит к нам и начинает наш бизнес? Любой человек боится, знаете, скажу мягко, обкакаться, да, в глазах других людей. А грубо скажу, боится обосраться. Вот. И это на самом деле сильно отрезвляет, потому что все мы боимся. Так вот, главное представить, что это уже случилось. Вот я в сетевом уже 10 лет, и у нас всегда стояла задача первых 5 клиентов слить, просто потерять, просто сделать так, чтобы в хлам уделаться, обгадиться так, чтобы потом уже сказать, все, я это сделал, хуже уже не будет, понимаете? Однажды я проводил 10 лет назад презентацию из офиса Андрея Шаура, и меня отвлекали, это было ночью, во-первых, я уставший был после ночи, во-вторых, меня отвлекали люди, какие-то там вели себя плохо, и у меня получилась, ну, ужасная презентация, я ее закончил, потом расстроенный, закончил эфир. Выходит Андрей из кабинета Шаура и говорит, Серега, пошли на улицу. Вот, выходим на улицу, я думал, сейчас драка будет. Он говорит, ну что, поздравляю тебя. Я говорю, что? Он говорит, ну, самая херовая презентация, которая у тебя могла быть, она уже произошла. Все, теперь хуже не будет. И я понял, что вот это важный момент. То есть вот это вот обгадится, оно в любом случае будет. Это элемент нашей жизни, это элемент нашего бизнеса. Поэтому вы не можете это преодолеть, пока вы не начнете. Поэтому надо просто открывать рот. А еще я вижу, у вас на лице прямо сейчас написано дикая неуверенность в себе, дикий страх от того, что придется что-то говорить. Так вот, смотрите, мы с вами давайте поработаем вместе там где-нибудь, в коучинге, может быть, еще как-то. Ну, вам надо просто помочь вам настроиться именно психологически, чтобы... Ничего страшного нету в этом. Кругом такие же люди, как вы. Все, что надо делать, надо просто открывать рот и рассказывать об академии простой фразой, которую нам научил Андрей. Вы когда-нибудь... Вот все, что вам надо представить себя в виде Золушки. Золушка, перед которой рассыпано огромное количество зерна. И там есть, которое пшено, а другое просо. Все, вот у нас есть. Те, кто не знает об академии, и те, кто знает. И к этому надо относиться легко, как к игре. Вот представьте себе, что вы играете. Вам дали, значит, тренинг номер 3. Там написано, как надо приглашать людей. Там все разжевано. Вы берете, начинаете его проходить. И после этого
Вы понимаете, как надо приглашать людей. Надо писать волшебные письма, надо делать людям комплименты, надо знакомиться с ними и в конце концов просто задать вопрос, а как вообще у вас дела сегодня с финансами, все ли хорошо, а как у вас дела со здоровьем? Если человек говорит, у меня все хорошо, все хорошо, все хорошо, ты говоришь, ну хорошо, отлично. Я просто спросил, вдруг вам было бы интересно улучшить свое состояние здоровья? Или вам было бы улучшить состояние своих финансов, то есть получать дополнительный доход из интернета. Если интересно, то есть тема, могу показать. Если нет, я вижу, что вы закрыты. И человек тут как бы раскрывается и говорит, да ладно, давай рассказывай, что у тебя там. А вы говорите, ну вот у нас есть Международная академия успех вместе, с помощью которой можно и деньги заработать, и здоровье поправить. И сегодня у нас будет международная встреча. Вы можете спокойно сегодня прийти, вот вам ссылка, заходите. То есть вы должны понимать, что человек может как бы вас послать. Вы ему можете сказать, классно, спасибо, вот так прямо, спасибо, отлично, я понял, тебе это не надо. Но вы это принимаете. Самое страшное в работе с возражениями, самое главное, это обработать свое возражение. Что ты думаешь, что у него не может быть другого мнения. А у него может быть. Он жил без тебя 40 лет, а теперь ты для него как помеха, как муха какая-то. Поэтому надо научиться выстраивать отношения, надо выстраивать доверие, улыбка, комплимент, вопрос, найти что-то общее, там, поговорить о каких-то общих темах, ну, пару, хотя бы одну-две минуты, и понять, чем человек дышит. Вам надо просто это начать делать. Вот, вот вы знаете, когда я сейчас скажу такую вещь, я когда вот учился на коучинг, да, мне наш тренер сказал, вы все сейчас дико боитесь облажаться. Вы все сейчас боитесь, у вас у всех страх дикий. Все, что вам надо сделать, рекомендую каждому, начните делать коуч-сессии. Сделайте 100 коуч-сессий, и после этого у вас пойдет просто на уровень. Вы будете знать, чем они дышат, чем болеют, чего боятся и так далее. И у меня, я провел 150, у меня просто все полетело, понимаете? Вам надо понять для себя, что вам надо сначала сделать 10 приглашений, 20, 30, 40, 100 приглашений сделайте, и вы будете оглядываться и улыбаться, потому что у вас уже это прошло. Понятно? Поэтому надо просто понять, что да, у меня из 100 из этих 10 меня пошлют, 20 меня там оскорбят, 30 там не поверят, но будут 10 те, которые скажут, слушай, мне вообще это надо. И вы как Золушка нашли тех, кому надо, и тех, кому не надо. Понятно, Светлана? Отсортировали. А, отсортировали. И при этом, если он сказал, мне это не надо, ты легко, без сожаления, без не рвешь волосы на себе. Ты говоришь, все поняла. Если он говорит, слушай, вообще надо было бы, ты говоришь, отлично. И тоже не прыгаешь и не радуешься. Ты говоришь, отлично, есть тема, заходи, посмотри. Понятно? Наша задача... Спокойнее надо относиться к этому, спокойнее. У меня всегда на эмоциях, у меня вся жизнь на эмоциях. И как будто вот... Я тебе сейчас скажу интересную вещь, можно на ты, да? Вот представь, вот представь, что ты сейчас разговариваешь со мной. Вот представь, что ты сейчас разговариваешь со мной, положи мне руку на сердце, положи мне руку на сердце. Положи и скажи мне, Сережа, рада тебя видеть, как у тебя дела? Сергей, я рада вас видеть, как у тебя дела? Спасибо, хорошо. Все, я улыбаюсь, потому что ты улыбаешься. Я чувствую твою руку на сердце, понимаешь? А когда ты меня, я чувствую твою руку, я тебя не пошлю нахрен, понимаешь? Вот, вот основной закон, понятно, да? Да, 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 спасибо. Поэтому тут у меня еще есть люди принять, принять. Поэтому я делаю запись. Те, кто не сможет сейчас, не успели подключиться, конечно, смогут посмотреть записи. Поэтому, Света, ничего не надо бояться. Надо понять, что возражение, и когда тебе посылают на три веселых буквы, это часть нашей работы. Это часть нашего рецепта. Ты блины умеешь печь? Ингредиенты помнишь, какие туда положить? Я помню. Вот. Вот часть, рецепт нашего бизнеса – научиться принимать возражения, научиться говорить, спасибо, что ты мне как бы вот послал. Спасибо, все, я тебя поняла, я тебя услышала. Я вижу, что ты как бы закрыт. Как бы, знаете, здесь есть принцип чукчи. Я еще тренер по продажам, тренер по коммуникации между людьми. И у меня есть тренинг, он открытый, и его можно даже почитать, посмотреть, послушать, там невероятные знания. Но смысл заключается в том, что...
ссылочку, где посмотреть. Да, разберемся. Если человек говорит о том, что, значит, что-то он говорит, ты мне не нравишься, или там проявляет как-то себя, да, или там выдерга, ты говоришь, я понимаю, я вижу, что я не вовремя, или я вижу, что вам не нравится, или я вижу, что я вижу у вас в глазах интерес, или я вижу, что прям вы воодушевились, да, что ты видишь, что и говоришь, и этот человек транслирует, а ты это принимаешь и говоришь ему об этом. То есть на этому надо учиться. Самая главная задача, самое главное искусство, которому нам надо научиться всем. Роберт Киосаки сказал, самыми богатыми в 21 веке будут те, кто умеет продавать себя и свои идеи, и свои продукты. Нам надо научиться продавать. Но чтобы научиться продавать, нам надо научиться быть независимым от того, что скажет человек. Мы несем добро, у нас настрой. Я несу добро, я несу помощь людям. Если он не берет, это он такой. Он себе отказал, а не мне, понимаете? И надо ему сказать, ну все, я тебя понимаю, я вижу, что тебе это не надо. Хорошо? Увидимся через полгода, например. И все, и кладешь трубку, например. Вот так делается это. Понятно? Легче стало сейчас немножко хотя бы, понятно? Да, 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 да. Задача тебе пройти 10 касаний с людьми и 5 из них слить в хлам. Тех, которые ты не боишься слить. Вот просто потренируйся и получи свои ошибки. Попробуй получить вот эти вот... То, чего ты боишься, получи это, чтобы сказать, ой, да у меня это уже было. Понятно? Да. Ну, как там, да. Как Брыкин пел там, но если страшно, это только первый раз. Хорошо? Так, все, Света, отключай микрофон, даем слово. Кто готов? Лидия и 4 на 4. Давайте, Лидия, микрофон и камеру. Так, 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 так. Вижу вас, так, Лидия, и слышу ваше... Так, так, приветствую вас. Давайте поаплодируем друг другу. Где ваши аплодисменты? Все, молодец, улыбайтесь. Меня слышно? Меня слышно? Слышно, рассказывайте. Зачем вы здесь... Что рассказать? А то я опоздала, что рассказать? У нас очень мало времени. Вы рассказываете немножко о себе, минуту. И рассказывайте, какой у вас опыт, зачем вы на марафоне, и чем вам, в чем вам нужна помощь. Так, я, значит, Отясова Лидия. Я живу в городе Нижневартовске на севере. Так, живу я с внуком. Вот помог мне подключиться сейчас. Очень плохо знаю эту технику, вот эту. Так, питание я принимаю уже 2 года. Результаты у меня очень хорошие. Так, что еще? Какой вопрос еще? А чего я не понимаю? Зачем на марафоне и с чем, с какими трудностями сталкиваетесь? Так, на марафоне я для того, чтобы научиться работать по компьютеру, по вот телефону, чтобы правильно работать и было мне доступно все. Наверное, каждый так. А что мне трудно, да? Угу. Что мне сейчас... Сейчас, знаете, даже не могу, вот дело в посылках загружается, не могу найти, как там, что будет, не могу открыть, не понимаю, отметила или нет, зарегистрировалась или нет на втором, потому что вчера зарегистрировалась, минутку, а сегодня гляжу, все мои буквы пропали там. А вы нажимали на кнопку «Сохранить»? А вот и не знаю, попробую сегодня еще и поискать кнопку «Сохранить». Во-первых, что вам надо сделать, Лидия? Наберите много-много воздуха и выдохните просто. Все хорошо, все хорошо. Улыбнулись, расслабились, все получится. Вы не одна здесь, есть целая команда. У нас целая академия, и у вас есть наставники, и мы в марафоне. Наша задача здесь действительно стать более успешными. И становиться лучше, более успешными, более уверенными, более знающими, более умеющими, чем сегодня, чем вчера, правильно? Поэтому да, напишите для себя план, чего вы хотите научиться, что вы хотите преодолеть для себя, какие вопросы. Понятно? Угу. И потом прямо ставьте отметку, я это сделала, я это сделала. Вот вам надо набрать немножко как бы темп скорости своих побед.
Для того, чтобы научиться что-то делать, вам есть ваш наставник. Во-первых, есть всегда Яндекс и Google, в котором есть огромное количество роликов и всевозможных рекомендаций по любому сервису, по любому вопросу. Например, вы не можете там зарегистрироваться в Боксбери. Открывайте Яндекс и пишите, как зарегистрироваться в Боксбери. Вам приходят ролики, и вы все. Ну, я имею в виду, у нас интернет, мы живем сегодня в самое лучшее время. Есть все ответы на все вопросы. Понятно, да? Поэтому не переживайте. Если не нашли сами, обращайтесь к наставнику. И самое главное, конечно, у нас есть Академия Успех Вместе, и есть, вот вы говорите, я как бы еще плохо владею смартфоном. Смотрите, вы показали, что вы 2 года уже в Академии пьете товары, но вы до сих пор плохо владеете вот этой техникой. Значит, вы ей не занимались. Нет, вот. Не занималась. Вот. Значит, это вам задача, это вам вызов научиться работать на компьютере. Потому что сегодня у нас есть люди, которым 75-82, и они умеют это делать. Понимаете? Поэтому вам поставить надо задачу. Научиться и напишите список, какие навыки я хочу пройти на компьютере. Прямо для себя определите программу, что вам, что вы не знаете, что не умеете, с чем вы сталкиваетесь. Когда вы себя ругаете, говорите, ну почему я это еще не умею, ну почему мне это еще не получается. Понятно, да? Да. Вот. Все, давайте я сейчас прошу вас отключить микрофон, Лидия. Даем слово 4 на 4. Включайте микрофон и камеру. 4 на 4. Как вас звать? Как вы нас видите, не видите? 4-4, это я. Подождите, а Лидия, это тоже вы? Тоже я. Это я включала сначала в телефоне, вот не все, получилось. Все, понял. Теперь тогда включаем Раису Натову. Раиса, пожалуйста, включайтесь, а вы, Лидия, отключите микрофон на Лидии и на 4 на 4. Все, сейчас делаю. И, в принципе, вы можете одну из конференций просто закрыть. Сейчас закроем. Раиса Натова, вы только что добавились. Пожалуйста, включите микрофон, камеру. У нас остается мало времени. Так, девушки, давайте, значит, дайте мне обратную связь. Если мы будем собираться с вами в 10 утра Москвы на некоторое время, минут на 30-40, чтобы определить, что вчера успели сделать хорошего и поставить цели на сегодняшний день. Вот так. Нормальное время 10 утра? Вижу, что Лидия кивает головой нормально. Значит, Лариса... Нормально. Лариса нормально. Светлана? Светлана, удобно? Буду стараться. Хорошо, нормально. Отключайте микрофон. Раиса, есть вопросы? Вы где? Мы вас не видим, не слышим. Или у вас еще грузится? Видимо, не загрузилось еще. В общем, смотрите, у нас осталось немного времени. Я хочу сказать вам важную вещь. Кто из вас еще не зарегистрирован в группе «Активные партнеры» Маргариты Васильевны Вельц в Телеграме? Знаете про такую группу? Знаете, да? Кто не знает, обязательно туда зарегистрируйтесь, потому что Маргарита Васильевна проводит очень классные спонсорские встречи, где она раскрывает все моменты, с которыми сталкиваются новички, и все, что их тормозит, и все, что им мешает. Это понятно, да? Вот, это раз. Второе. Вот Лариса сказала, что не понимает, как будет проходить марафон, где соревнования. Будет или не будет? Будет. Соревнования с самим собой. Берете распечатанный лист, который Андрей показывал, распечатываете его. У вас есть дни. На каждый день отмечайте, что вы сделали, посмотрели чаты, сделали лайки, сделали личную активность, сделали приглашение, столько-то чего-то. И каждая графа имеет определенное количество баллов. И вот эти баллы вы в конце дня считаете, понятно? И ваша задача на завтра, чтобы у вас было баллов либо больше, либо не меньше, ваша задача научиться делать правильные действия по этой системе. Каждый день, каждый день, каждый день мы делаем одно и то же, потому что нам ничего другое не надо делать.
Наша задача – совершить большой исходящий поток. Наша задача, вот со Светланой мы сейчас обсуждали, да, что надо делать. Мы обсуждали, что наша задача – рассказать как можно большему количеству людей, и при этом мы должны выключить все эмоции, все переживания, все наши страхи. Что он скажет? Он скажет, ты дурак какой-то, скажешь. Я понял тебя, ты считаешь, что я дурак. Он скажет, какой ты молодец, у вас такая классная система, куда мне зайти? Ты говоришь, молодец, тебе надо зайти вот по нашей ссылке. Зайдешь, посмотришь, все законспектируй, запиши вопросы, потом я тебе на них отвечу. Вот так, понятно? То есть наша задача рассказать как можно большему количеству людей. Но не просто рассказать, а сделать еще деловое предложение. То есть если вы пришли заниматься бизнесом, то вы должны сказать, у нас есть Академия «Успех вместе», которая позволяет улучшить здоровье и начать зарабатывать хорошие деньги. Я предлагаю тебе разобраться в этой ситуации, я предлагаю тебе разобраться в этой теме. Посмотри, если резонирует, если хочешь, то пойдем вместе дальше. Если нет, то можешь просто покупать продукт, потому что он важный для... Если вообще ни то, ни другое, то тоже, ради бога, пожалуйста, никаких претензий, никаких обязательств от меня не будет. Понятно? Легкое такое отношение, да? Легкий посыл. Все, больше ничего не надо. Вот, поэтому наша задача каждый день приглашать людей. У вас есть рейтинг, который показывает, сколько людей вы пригласили на деловую встречу, на нашу презентацию. У вас они все в системе «Успех вместе» отражаются. Правильно? У вас у всех есть система «Успех вместе». Лариса, есть у вас «Успех вместе»? Вы пользуетесь им? Светлана? Я думаю, что все пользуются, да, все умеют. Хорошо. Все умеют пользоваться, у всех есть ссылочка. И вам надо просто приготовить свой какой-то, знаете, такой спич. Спич – это такая короткая 30-секундная презентация. Давайте мы завтра с вами поработаем над этим, но вы должны как бы просто сказать, тебя спрашивают, чем ты занимаешься, да? А ты должна вот что-то такое сказать. Я помогаю людям быть здоровыми, богатыми, жить долго и счастливо, например. И ничего больше не сказал. А что это, а как это? У нас есть Академия «Успех вместе», там вообще фабрика долларовых миллионеров. Тебе деньги нужны, хочешь разобраться? Ну, заходи, смотри. Понятно? То есть ваша задача научиться говорить коротко, сказать мало, но при этом сказать много. Сказав мало, сказать много. Вот. А мы начинаем. Вот я пошел, узнал, мне сказали, я не верила, я потом подумала, а потом нашла в интернет. И все. Получается каша, вата. И вы думаете, почему за мной не идут? Или вы будете говорить вот так. Слушай, я, блин, вообще звезда интернета. У меня очередь людей на регистрацию. У меня огромное количество людей, которые стали долларовыми миллионерами в команде, в моем окружении, да? Я, наверное, буду следующая. Тебе это надо вообще или нет? Научитесь играть. Это игра. Наш бизнес – это игра, в которой есть возможности и ограничения. Ограничения какие? В виде ваших страхов, в виде того, что надо преодолеть, что надо поработать, надо пообщаться с людьми, надо рассказать, надо заполнять статистики. Вот. Поэтому вот так. Я как бы свой спич закончил. Время на завтра мы, не на завтра, на понедельник определили, да? Вот, потому что я думаю, что у всех будут какие-то моменты, связанные с выходными, все-таки лето и так далее. Я на связи, если есть вопросы, пишите, буду стараться отвечать. Встречаемся с вами в понедельник в 10 утра по Москве. До этого времени каждому из вас надо составить свою таблицу, распечатать ее, взять, где она. Андрей Артурович дал ее нам всем. Я пока не увидел, но я ее фотографировал. Вот, сейчас еще раз пересматриваю тренинг. Вот, у нас заканчивается конференция, через 10 минут закроется. Я даю слово каждому из вас, у кого какие есть пожелания, вопросы, по очереди. Светлана, раз уж вы у меня светитесь, давайте, какие вопросы, пожелания, может быть, что-то у вас есть. Если нет, то даем слово другому человеку.
Вопросов как бы вот сейчас нету, у меня сейчас в голове уже кружится, надо звонить, надо все-таки наконец-то уже действовать, брать себя в руки и не бояться. Мне очень хорошо вы помогли, как бы спасибо вам. Так что надо просто работать, начинать. И вот если можно, эту табличку нам скиньте, мы ее распечатаем, ну, чтобы не составлять, потому что я тоже ее нигде не видела. Все, услышал. Таблица спасибо. Миллионера. Хорошо, кто следующий? Да, да. Давайте, Лариса, что, какие у вас? Спасибо за рекомендации, за подсказку. У меня вопрос, вот на Байкал поеду только вот бриллианты. Да. Но он сказал, что еще рассмотрит платины. Ну как платины делать? Платина это 5000 баллов. 5000 баллов разделите на 100 баллов, дает каждый человек в этом, во время акции 100 баллов, да? Значит, у вас получается, надо 50 человек. Чтобы пригласить 50 человек за месяц, да, ну, вам надо, наверное, пригласить 1000, поговорить с 1000 человек. Это получается, вы 30 дней по 30 человек, Андрей Артурович рекомендует по 100 писем писать, да, по 50 звонков делать. То есть, если составить для себя определенный вот такой план боевой, то будет так. Я каждый день совершаю по 100 исходящих сообщений, посланий. Из них я, допустим, общаюсь там с 20-30 человеками в день. На это уходит у меня в среднем там по 3-5 минут максимум, ну не больше, может быть даже по 2-3, да? Вот, и в результате я показываю людям выгоду в том, что они могут на топливе иметь эффективность свою по здоровью, вот, и могут зарабатывать деньги, да? Ну, скоро появится еще Space Watch. Все, что вам надо сделать, Лариса, вам надо рассказать большому количеству людей о том, что у нас есть такие технологии. И дальше вы не переживаете, вы не паритесь, вы не думаете о том, что будет, не будет. Дальше будет Бог работать. Вы с ним в паре. Он вам сказал, приведи людей, расскажи людям о нашем бизнесе, о наших возможностях. Вот. Ваша задача честно это сделать. Дальше он будет работать. Понятно? Андрей, все понятно. Андрей, а так это же 50 человек в течение недели должны закуп сделать-то. В течение недели. Хорошо. Если у вас 5 дней. Ну, вообще я Сергей, запишите там себе, Сергей Столбов, да? То есть, если у нас 5 рабочих дней, а вообще 7 дней в неделе, если вы будете там по 100 делать исходящего потока, то это у вас уже будет 500-700. И даже 10% из них, это может быть 50 человек, понимаете? При этом, если мы говорим сегодня про возможности нашего маркетинга, то никто не заставляет вас сегодня лично привести 50 человек, чтобы они купили по 100 баллов. Это же команда будет. Если вы сегодня найдете бриллиант Amway, например, да, или бриллианта какой-нибудь там Greenway, я грубо говорю, либо какого-нибудь директора автошколы, либо какого-нибудь бизнес-тренера, либо какого-нибудь фитнес-тренера, у которого большое количество знакомых. Вы понимаете, да? Да, да, да. В маркетинге есть два параметра. Смотрите, вот нарисовать, если земной шар, то это все общество. Да? Скоро отключится, в любую секунду может отключиться. Общество. Но работать со всем обществом, с 8 миллиардами, нереально, мы не можем это сделать. Но есть представители общественности, точки такие, люди, вокруг которых люди собираются. Видели таких? То есть есть лидеры, вокруг которых есть люди. Наша задача вот на этих людей, найти тех людей, которые могут влиять на массы других людей. Все. И дальше мы находим таких людей и с этими людьми делаем бизнес. Вам надо понять, кто ваша целевая аудитория, кто те идеальные клиенты, которых вы хотите. Например, для меня идеальные клиенты. Я хочу 20 Шаур, Андрей Шаур, в свою команду. Я хочу 10 Аэлит,
Я хочу 10 айгулей в мою команду. Я хочу 10 Николаев. Понятно, да? Вот. Я хочу 20 Маргарит, 30 Надь, 40 Гульнас, 50 таких девушек, как Галя. Понятно, о чем я говорю? То есть я формирую видение, кто мне нужен. Мне не нужна баба Маня, которая сидит на лавочке, которая в жизни никогда не будет смотреть на наш бизнес. Никогда в жизни я не смогу ее переубедить, потому что она будет говорить, это лохотрон, это обман, вы мошенники. И так. Зачем она мне нужна? Я буду тратить время на нее. Мне нужны люди живые, активные, которые что-то хотят, понимаете? Которые ищут. Вот. Это понятно? Понятно, да. Все поняла, я записала. Ну все, тогда действуем. Значит, от вас, от каждого должен быть план. Маргарита Сина заставляет делать на месяц план. План. Я планирую заработать столько денег. Для этого мне надо закрыть такие-то бонусы. Для этого я приглашу столько-то таких-то людей. Для этого я совершу столько-то исходящих действий. Для этого я буду общаться там с такими-то, такими-то, такими-то людьми. Для этого я буду делать то-то, то-то. Поэтому я каждый день встаю в 7 утра. У меня в 8 пробежка, а в 9 я уже работаю. А в 10 у меня встреча, в 12 там то-то, 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 то-то. Все расписывайте, как вы, ваш боевой план, как вы будете добиваться успеха. Понятно? Все понятно, спасибо. Так, хорошо. Кто еще не высказался? Лидия уже была. Значит, если всем все понятно, давайте Лидии еще дадим слово. Значит, Света, Лариса, отключайтесь. Лидия, если у вас есть минута, то давайте. Все ли понятно, что делать, к чему? Мне все понятно. Мне все понятно. Я слушала, что мне надо, хотела задать вопросы. Все получила уже. Все. Записала, что нужно. Хорошо. Все. Тогда... Я жду тоже вот эту рамочку, вот расчерченную. Все, тоже отлично. Как будет она у вас, пришлите нам, пожалуйста. Отлично, все пришлю, все пришлю, хорошо. Ну ладно, всем спасибо за эфир. Значит, запись я скину здесь, в нашем марафоне. Все, благодарю, удачи.